charge of the action, your referee, Kevin McDonald. Fight us to the center, please. Итак, начинается главный бой турнира «Беллатор 237» на Сайтама Суперарене в Японии. Федор Емельяненко против Квинтона Рэмпейджа Джексона. Тяжелая весовая категория. За этим поединком действительно наблюдают миллионы. Итак, смотрим. Начинается последний бой последнего императора в Японии. И Кевин Макдональд дает команду. Поехали. Как всегда, начинает качать Федор. Уже на старте силовой джеб. Выцеливает свой фирменный удар Емельяненко. Ждет атак со стороны соперника. Рэмпейдж. Серия попаданий. Хороший апперкот зашел у Федора. Перекрылся Рэмпейдж. Квинтон умеет усыплять бдительность, особенно в последних своих поединках, которыми особо зрелищными не назовешь. Если за скобками оставить победу над Вандерлеем. На сближении справа зацепил Емельяненко. А пока что выцеливает Рэмпейджа. Федор действует гораздо активнее. Руки, как всегда, опущены. Работает с дальней дистанции. По времени ведут Федор Емельяненко. Эта атака не прошла, на уклоне неплохо отработал американец. Сдвоенная атака уже по воздуху от Рэмпейджа. Да, и вот по этому эпизоду сейчас было видно, насколько Рэмпейдж медленнее Федора. Серия попаданий, вновь вынужден перекрываться Рэмпейдж, причем даже не думает он о контратаках в этот момент. Еще и ногой добавил Федор Емельяненко. Давненько мы не видели подобных попаданий. Руки поднимай! Кричат Федору, что необходимо держать руки выше. Держится на дистанции Емельяненко. Классическая комбинация почтальон с завершающим правым прямым. Не так много времени еще прошло. Всего 2 минуты в первом раунде. Формат 3 по 5. Джеб навстречу от Рэмпейджа. Лоу-кик. Федор Емельяненко выбрасывает. Продолжение мы не увидели. Пока Рэмпейдж ждет. Но огромный вес, непривычный для Квинтона. Он понимает, что шансов будет не так много. И намерен использовать свою энергию, которой не так много, с максимальной эффективностью. А действительно кажется, что много лишнего веса у американца. Хорошая комбинация от Федора. И вновь вынужден перекрываться, но сейчас уже контратакует Рэмпейдж. Правый боковой выбрасывал очень опасно. Грамотно рвет дистанцию. О, потрясающий